Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai AX35 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра дизель, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем втулки переднего стабилизатора. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и добираюсь до втулок стабилизатора. Поднял автомобиль, втулка стабилизатора. Вот она, рядышком, сверху здесь подбираться неудобно, только через два карданчика, потому что она стоит под углом, примерно 40 градусов относительно переда. Берем головку на 14 с трещоткой, спереди у нас гайка. Все, гайку снял, а вот болт нам пыльник рулевой тяги мешает. Берем головку высокую. Эту высокую головку нам мешает трубка. Хотя нет, не мешает. Вот одел. Все, болт выкрутил. Откручиваю также со второй стороны. Со второй стороны я тоже открутил. Там немножко поудобней. Поддеваем скобу. Чуть-чуть приподнимаю стабилизатор и снимаю втулку. Вот она втулка. Ну да, видно, резина уже немножко поднабита. И внутри она почему-то работала неравномерно. Вот это место вообще не прижималось. Только середина. Вот если ее развернуть, видно, тоже выработана. Беру новую втулку 54-813-2S-00. Новая втулка. Так, размер ее 25,5. Так, старая у нас. Старая тоже стояла оригинальная. 25,5. Ну вот, так, конечно, все схематично. Но видно, насколько диаметр старой втулки больше, чем диаметр новой. Вот я ее по разрезу сжимаю. Если приставить ее по... Ну, наверное, камера этого не передаст. Видно, что новая втулка меньше диаметром, чем старая. От этого весь стук. Одеваю втулку на стабилизатор. Разрезом я ее ставлю назад. Так, под втулкой грязь дую.
разворачиваю ее. И устанавливаю на место скобу. Так, попробую шпильку отсюда брызнуть. Также сразу смажу внутри гайку. И смажу болт. Потому что он коррозия уже стала прихватывать. Ставлю на место скобу. Сейчас попробую, если она пойдет плохо, я ее смажу силиконовой смазкой. Да нет, вроде бы заходит нормально. Сейчас монтажечкой ее прижму. Вот и все. Наживляю. Гайку наживил. Болтик наживил. Меняю втулку со второй стороны, а потом уже затягиваю. Со второй стороны я заменил втулку. Затягиваю здесь. Здесь тормозная трубка сверху идет, здесь чуть-чуть менее удобно с этой стороны, чем с той. Сейчас затяну, покажу, про какую трубку я говорю, и покажу вторую сторону. Возьму другую головку. Опять у нас дождик. Короче, взял. О, ей удобней. Так, теперь подтягиваю посильнее. Все. Затянул. Покажу со второй стороны. Вот трубка, про которую я говорил. Немножко из-за нее неудобства. А здесь такой трубки нету. Она идет по-другому. И здесь более удобно все это сделать. На этом все. Замену втулок переднего стабилизатора я закончил. Стойки стабилизатора живые. Стук уйдет. Всего вам доброго.